Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы продолжаем наш цикл видеосюжетов, интервью, не знаю, как лучше это назвать, но разговор на актуальную тему. Где-то лет 5 тому назад, когда Школа Здравого Смысла еще работала на базе Центрального Дома Предпринимателей, у нас был там курс лекций, семинаров, посвященных такой замечательной теме, как любовь. И туда, я помню, это вызывало большой интерес. Слушали, как-то активно все это обсуждали. А потом под бременем каждодневных политических событий, прогнозов, оценок, мы как-то забыли о главном, о человеческом, о любви. И сегодня, по инициативе Владимира Викторовича Прусакова, мы решили эту тему поднять в ходе нашей беседы с Владимиром Викторовичем. Почему мне кажется, что это будет интересно? Многие из вас, наверное, читали, на сайте школы сейчас это стало появляться, там есть отдельная рубрика, в которой даются комментарии Владимира Викторовича, дипломированного психолога, по тем вопросам, которые освещаются в ходе такого стандартного, что ли, курса психологии. И вот эти вот комментарии очень короткие, очень четкие, очень ясные и понятные. Они вызвали достаточно большой интерес. И в канун Нового года, как говорит сам Бог велел, мы решили вот обсудить такую замечательную тему, как любовь мужчины и женщины. Так, по-моему, да, называется у вас? Или вы хотели по-другому назвать как-то? Вот. О взаимоотношениях мужчин и женщин. В широком смысле этого слова. Я не хотел бы сейчас сбивать Владимира Прусакова, скорее всего, какой-то сюжет у него в голове сложился. У тебя же сложился какой-то сюжет, да, по данной тематике? Это же интервью, я готов ответить на ваш вопрос развернуто. Ты готов развернуто ответить на вопрос. Ну, тогда у меня первый вопрос. Он немножко провокационный. Вот ты говоришь «любовь». Назовем тему «любовь», отношения мужчины и женщины. Ну, сейчас в мире-то появляются и другие какие-то тенденции. Значит, вот буквально вчера я просмотрел последнюю серию этого нового сериала «Молодой папа», который бьет там все рейтинги популярности. Там как раз беседа Папы Римского с одним из своих ближайших помощников кардиналом, там уж не помню, как его звали. И тут как раз-таки ему говорит о том, что вот он гомосексуалист, и объясняет свою позицию относительно вот того, что здесь любовь тоже присутствует, ее ни в коем случае нельзя там путать с другими какими-то нехорошими и всем прочим. И эта любовь тоже имеет право вот такое же существование, как любовь между мужчиной и женщиной. Здесь вот есть какие-то противоречия, или, может быть, их нет, тогда что мы этим поднимаем? Может быть, оно так оно и есть? Александр Николаевич, ну, прежде всего, спасибо вам, что пригласили. И в преддверии нового 2017 года, честно говоря, мне не хотелось бы сейчас сворачивать на тему однополой любви. Ну, что здесь можно сказать? Вот у буддистов, а это миллиард человек, у буддистов отношение к однополой любви несколько более спокойное, нежели, к примеру, у христиан или у мусульман. Вот у буддистов понятие о грехах, смертных грехах и грехах вообще приблизительно такое же, как и в других традициях. Ну, у них смертных грехов 4, а
вот эту однополую любовь, они даже не считают, в классическом буддизме, они даже не считают грехом, они считают это сбой природы. Ну, вот где-то природа вот, сбилась, поэтому никак к этому не относится, как к данности. Давайте в традиционное русло разговор переведем. Ну, я не против, давай перейдем в русло. Уж ты на вопрос ответил, то есть, по-твоему, это сбой природы. На самом деле, это не то, чтобы меня, скажем так, тема очень волновала, она меня волнует чисто с социальной точки зрения, поскольку есть большая в какой-то степени, ну, пропаганда, не пропаганда, но, скажем так, настройка определенно идет социума именно в этом плане, поэтому я думаю, что мы все-таки об этом с тобой поговорим, мы это коснемся. На самом деле, вот эта вот ошибка или битва на этическом уровне пирамиды глобального управления, она идет. И она в том числе идет вот в этих вот планах. В планах любви, в планах веры, в планах надежды. Вот. Но не буду добавлять там в плане премудрости Божьей Софии, потому что сам, наверное, понимаю, что в этом. Поэтому вернемся в традиционное русло. Вот любовь. Что же это все-таки такое? И как она коррелируется с такими понятиями, как долг, ответственность? Или никак не коррелировался? Что такое любовь? Кто-то из известных великих, по-моему, Чехов сказал так. Любовь – это все. И это все, что мы о ней знаем. Если рассуждать, если вообще разговаривать о любви, тут, может быть, есть смысл начать с мужчины и женщины. А в чем их отличие? Фундаментальное, потому что вот философского осмысления, именно философского, его до сих пор и нет. Вот чем отличается принципиально мужчина от женщины? Ну вот чем? Ну, в школе нас учили, что отличаются там первичные, вторичные половые признаки. Но первичные половые признаки, кто не помнит, я напомню, это если мужчина смотрит на женщину, он видит ее ложбинки, впадинки, выпуклости. Ну, кто смотрит на мужчину, там тоже понятно, чем отличается от женщины. В советские времена, во времена Советского Союза, был наш ученый, интеллектуал Геодатян, его фамилия. Он выдвинул очень интересную теорию. В свое время, но это уже прошло больше 30 лет, она на меня произвела впечатление. Принципиально мужчина от женщины отличается двумя параметрами. Я сейчас их скажу, а потом с русского языка на русский переведу. Первый фундаментальный отличие между мужчиной и женщиной – это норма реакции. А второй – это ширина информационного канала связи со своим потомством. Вот первый – норма реакции. У женщины норма реакции выше, чем у мужчины на любое внешнее воздействие. На любое. Ну, к примеру, мужчина, температура 37,1, он уже умирающий лебедь. Женщина, температура 40, мороз, с авоськой в магазин, и ей ничего не будет. Природа так устроена. Или там мужчину без воды, там оставь его, там, я не знаю, в пустыне Сахара. Он уже к вечеру и... А женщина без воды туда Сахару перейдет и обратно. То есть любое внешнее воздействие женщина переносит лучше, чем мужчина. Это фундаментальное отличие. Второе фундаментальное отличие – это ширина информационного канала связи со своим потомством. То есть, сколько может иметь детей принципиально женщина и мужчина. Ну, женщина, сколько она может иметь детей? Ну, несколько десятков. Вот, по-моему, в книге «Рекорды Гиннесса» рекорд у нас в России где-то в 17 веке жил крестьянин Федоров, у него было 69 детей от одной женщины. По-моему, это рекорд. Она там что-то раз 5 рожала по 4 ребенка, там по 3, по 2. Ну, женщина может иметь несколько десятков детей, а мужчина в пределе, мы о теории говорим, может иметь несколько тысяч. То есть разница на три порядка. Три порядка. Для чего? А вот если задать вопрос, а почему все высшие на планете животные пошли по двумполому пути развития? На него
ответить очень-очень сложно. Но мы же в школе изучали эти инфузории, туфельки. Пришло время, эта инфузория раз и разделилась. Классный способ размножения. Не надо время искать на поиск партнера. Генная матрица полностью передается следующему поколению. Супер! Гермафродиты. К примеру, ландыш, да, всем известный ландыш, вот в мае, этот цветочек, а в нем гермафродит, это когда оба пола присутствуют в одном виде в биологическом. Ландыш, значит, вырабатывает что-то, яйцеклетку, сам себя оплодотворяет. Супер! Не нужно бегать, искать партнера. Генная матрица полностью передается следующему поколению. А все высшие на планете пошли по двуполному пути развития. Почему? 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 А вот представьте, что на планете произошел какой-то катаклизм. Ну, к примеру, там, я не знаю. Вот сейчас все ожидают малый ледниковый период. Вот ледники, они там с Северного полюса, там они... Раз. Что будет с инфузорией? Они погибнут все, кроме той, у которой есть ген морозоустойчивости. Угу. Та, которая инфузория осталась, соответственно, в следующем поколении их будет 2, потом 4, потом 8 и так вот. Да. А что будет, причем это если остался ген морозоустойчивости, а что будет с ландышем? То же самое, что с инфузорием. Если у него есть ген морозоустойчивости, он выживет. Ну и будет там. А что произойдет с людьми и вообще с высшими? Очень просто. Женщины, так как у них норма реакции в данном случае на низкую температуру останутся все, они покроются шерстью, как обезьяны. Кстати, мне тут интересно попалось несколько лет назад, какой-то австралийский антрополог, фамилию не помню, считает, что женщины произошли от игривых красивых макак, а мужчины произошли от злобных гиббонов. Да, то есть женщины покроются шерстью, жирок накопят, вот, тра-та-та. Мужчины погибнут все, за исключением самых умных, самых приспособленных. То есть тот, кто поймает медведя и с него шкуру сдерет, сделает себе шубу, тот, кто придумает огонь, да. А дальше все женщины остались самые умные мужчины, которые приспособились к этому ледниковому периоду. И в следующем поколении, так как у них вступает второй фактор, ширина информационного канала связи со своим потомством, они могут детей иметь на 3 порядка, то есть в тысячу раз больше, они, соответственно, не дадут человечеству погибнуть. То есть в следующем поколении полностью численность будет восстановлена. Полностью. Кстати, исходя из этого, видно предназначение, ну, в философском смысле, мужчин и женщин на этой планете. Женщины, их задача – стабилизация, сохранение биологического вида, а мужчин – развитие биологического вида. Поэтому женщинам никакое разнообразие не нужно, они все под копирку. Все их надежды и разочарования, они давно на учете в психологии, все известны. А мужчины должны иметь большое разнообразие, потому что неизвестно, что в следующем поколении потребуется. Может, он сейчас какой-то там ботаник ходит, елки-палки, а в следующем поколении, когда там этот ледник надвинется, он-то как раз и спасет человечество. Вчера был комсомольцем, а сегодня он уже олигарх, вот как. Что-то такое. Поэтому у женщин задача сохранения биологического вида, гомо сапиенс, их задача, она в принципе так формулируется очень просто. То есть у любой женщины задача минимум такая, родить ребенка, три единые задачи, родить ребенка, сохранить ему жизнь до года, потому что самая большая смертность у детей в первый год. Иммунная система еще у них не работает, она выйдет где-то там на максимум, годам к 13. И третье, гладить ребенка. Ну, минимум до 16 лет по голове говорить, что он самый-самый-самый хороший, самый умный, самый красивый. Это понятно. Но тут тогда у меня сразу возникает вопрос. А зачем всегда нужна любовь? Ну, вот наступили холода, женщины без всякой любви, без ничего, в силу своей биологической, скажем так, натуры, покрылись шерстью, обросли жирком, мужчины в силу своей, значит, там, предпринимательской какой-то там деятельности. Пошли, значит, там убили медведя, значит, там или ограбили какую-то... Развели огонь, ограбили завод, заработали много денег. А оплодотворили, грубо говоря, значит, ту самку, поскольку требуется
воспроизводство у них, это вот широта этого, значит, там, кинетического, или как вы называете, там, информационного канала связи, мы говорим, и все это можно спокойно совершенно делать без любви, получая при этом, наверное, не меньше удовольствия. Любовь-то зачем? Когда она появляется-то? Когда она... Объясняю. Когда вдруг она выходит на первый план и начинает рушить там все подряд или созидать, неважно, то есть вот... Когда она появляется? Ну, с ледниками и с этими, это критический случай, так сказать, крайний. А любовь, она нужна навсегда. Ее эволюционное назначение – это два одиночества, мужчину и женщину, соединить, чтобы в результате появился детеныш, ребенок. Потому что, когда мужчина с женщиной встретились, познакомились, ну, по статистике, мужчина теряет интерес к женщине от 2 до 6 месяцев. То есть, вот если в течение полугода женщина не смогла его, так сказать, привлечь, то есть шестеренки где-то там на небесах не замкнули, мужчина теряет к ней интерес, и, соответственно, вот эта любовь, эволюционный инструмент, вот этот вот раз, какие-то искры засверкали между ними, и у них началась первая фаза. Кстати, вот первая фаза, вот этот букет на шоколадный, который, как ее называют, она никакого отношения к любви не имеет, на самом деле. Если хотите, я сейчас расскажу. В взаимоотношениях у мужчин и женщин их отношения проходят теоретически. Состоит из 7 фаз. Вот первый – это вот этот вот букетно-шоколадный период. Он длится не больше 18 месяцев, не больше 1,5 лет. В это как раз время происходит вот соединение одиночества, так сказать, в пару. Как правило, появляется детеныш. Критические фильтры выключаются полностью в сознание. И любая там какая-то шутка считается верхом. Там, я не знаю, он на нее смотрит, там, или она на него. Вот объект обожания нужен с утра до вечера, с вечера до утра, 24 часа в сутки. Максимум через 18 месяцев. Это первая фаза, которую называют любовью, она проходит. Дальше у всех начинается фаза пресыщения. То есть объект обожания уже не нужен в таком количестве. Уже достаточно, так сказать, после работы, за ужином встретиться. Все остальные фазы, они не имеют ограничений по времени. После второй фазы пресыщения наступает третья фаза. Она у всех. Осознают люди, не осознают, но она у всех в взаимоотношениях. Это фаза отвращения. Уже включились критические фильтры. Отвращение. А некоторые быстро проскакивают и заскакивают в четвертую фазу терпения. Ни одна из этих фаз к любви никакого отношения не имеет. Это такие эволюционные какие-то замороки. И семьи, как правило, распадаются вот в третьей фазе отвращения. То есть логика в основном женщин, потому что 80% на разводы подают женщины. Они считают, ну вот все, любовь кончилась. А тут как раз букет на шоколадный, пресыщение, отвращение. Браки распадаются, и начинается вот этот день сурка, опять ищется другой объект, доходит до стадии отвращения, и вот это у некоторых до бесконечности. Кстати, по статистике, у женщин сильных романов в жизни может быть средняя цифра от 5 до 7 сильных романов, никаких там интрижек, а у мужчин всего 2-3, для справки, очень интересно. А вот пятая фаза, это первый шаг к любви. Первый шаг. Это фаза уважения. Когда в головах у мужчины и женщины происходит некая инверсия. Выглядит она в сознании следующим образом. Когда человек, ну, например, мужчина, там, он, глядя на свою спутницу жизни, он мыслит в категориях «не она мне должна», там, «она должна мне завтрак», «она мне должна там стирать», она, а «я ей должен». То есть я должен там, я не знаю, там, кормить, заботиться и т.д. И вот эта пятая фаза уважения, когда произошла инверсия, это первый шаг к любви. Шестой – это начинается фаза дружбы. Вот дружбы не той, которая вот в разных там, сериалах, в этих дешевых, мужчина, там, он, она ему говорит, давай мы с тобой будем друзьями.
То есть будем еще только друзьями. Не останемся, когда у них уже, так сказать, в стадии отвращения пришла. Будем. Дружба между мужчиной и женщиной, это вещь невозможная. Дружба между мужчиной и женщиной – это длинный путь к постели. Чем быстрее он пройден, тем больше шансов, так сказать, в перспективе. И вот шестая фаза, когда начинается дружба. И седьмая, последняя, это есть полная любовь. Полная. Вот до нее доходит единица. Иногда вот на улице смотришь, или в фильмах иногда бывает, вот идет пожилая пара, да, вот они друг за друга держат ручки, вот так вот, они светятся, им хорошо друг с другом. Вот они дошли, вот у них полная любовь. Какую-то грустную историю сказали, Владимир Викторович, изначально. А что здесь грустно? Я сейчас вам объясню, в чем грусть. Вот, я помню себя молодым, я был когда-то молодой, я помню себя молодым, да, помню вот этот вот ах и вздох. Вот помню, значит, как пришел в музыкальную школу на занятия, и там девочка на аккордеоне играла. Она чуть постарше, наверное, мне, может, на год была постарше. И вот как она сидела, значит, как она играла, значит, на этом аккордеоне, как она лихо, значит, разворачивала и сворачивала, а сама такая была симпатичная, и что-то сердце у меня как-то запрыгало, и я как-то весь, значит, растерялся, и тут она еще на меня взглянула, и у меня сердце раз оборвалось. И это сладостное чувство, я его помню до сих пор. Мне казалось, что это любовь. Любовь. А то, что вы рассказали, это значит, человек фактически живет в каких-то эмоционально, скажем так, чувственных, значит, там, восприятиях. Ну и годам, как вы сказали, старенькая пара, там, к 60, если доживет, может обрести это великое чувство. Кто-то может просто не дойти до финиша. И не доходит большинство, потому что они вверх не знают. А что... как же быть с молодыми? Молодые-то хотят любви, они ее ищут, они стремятся друг к другу на свидание, они несут букеты шоколадные, вот так красиво написано, но там не только букеты шоколадные, там же и самопожертвование, там и высшее проявление, значит, как смерть любви, вспоминаем Ромео и Джульетту, ей всего там, ей 14 еще нет, он тоже юноша молодой. Он только ее видел, она только там, значит, что-то слово сказала, а он уже хочет быть перчаткой на ее руке, он уже, значит, там через заборы лазит, он уже, я, кстати, лазил через заборы в детстве, да, у меня был такой период, да, я лазил через заборы, не очень удачно, не в этом дело, и она, значит, раз, и вдруг приходит умный Владимир Викторович Прозаков, говорит, ну, друзья мои, это у вас не любовь, это у вас только, значит, начало. День любви. После день этого любви. У вас будет пресыщение. Потом у вас будет отвращение, потом Бог даст, у вас будет дружба, а потом, может быть, вы постигнете то самое великое чувство, которое народ называется любовью. Что ж мы молодежи-то дадим? А вот мы как раз и объясняем, что путь не заканчивается третьей фазой. Вот смотрите, у каждого мужчины есть в подсознании, ну будем этим словом пользоваться, да, в подсознании, там, в бессознательной области, фрейдовской этой фигней, есть некий собирательный образ женщины. Не конкретной женщины, а некой. Он непонятно, каким образом формируется, где-то с детства записывается. То точно такой же есть образ некого мужчины, собирательный у женщины. Вот вы когда увидели вот эту девочку, которая на аккордеоне да. играла, да. вот этот образ, вернее, этот оригинал с вашим образом совпал, ну, частично или нет, не суть. И раз вот ваше, так сказать, сознание откликнулось. Вот форм любви, их несколько. Сейчас объясню, что было у вас и что вообще может быть. Вот по трехкомпонентной теории Стринберга, три компоненты, в зависимости от наличия в отношениях между мужчиной и женщиной, компоненты этих, существуют различные формы любви. Компоненты это следующее, это интимность. Интимность это доверительность, когда хочешь партнеру хорошего, когда ты с ним откровенен, когда нет лжи. Вторая компонента – это страсть, то есть есть сексуальная тяга. Вот. И третья компонента – это обязательство. Вот вы встретили девочку, аккордеонистку, у вас появилось
Первая компонента – интимность. То есть, ну, вы же, наверное, словом-то перемолвывались, вы симпатичны друг другу. Вот эта любовь, а другие компоненты отсутствовали. То есть, страсть и обязательства. Я бы не делал бы таких скоропалительных выводов. Ну, предположим. Вначале, но не сразу же, да. Предположим. Вот, это, вот эта любовь, когда есть только интимность, она так и называется. Любовь-симпатия. Любовь-симпатия. Вот давайте рассмотрим какую-нибудь. У вас были когда-нибудь любовницы? Никогда. Ну, хорошо, да, мы предположим, что у вас была любовница. Ну, предположим. Предположим, да. Причем замужняя. Да. Что? Давайте на нее посмотрим. Прости меня, Господи. Давайте. Давайте на нее, на несуществовавшую никогда любовницу замужнюю посмотрим. Что у вас с ней, у нее с вами в соответствии с трехкомпонентной теорией? Есть интимность, есть страсть, но нет обязательств. Наличие вот этих двух параметров, это она так называется, романтическая любовь. Что в это самое время у нее было с мужем? У нее исчезла первый компонент интимность, потому что появился вы, и, соответственно, появилась здесь ложь. Она, ну, мы не будем считать выполнение супружеских обязанностей, раз там в месяц наличие, так сказать, страсти. Второй компоненты тоже нет, потому что она здесь в взаимоотношениях. Но осталась компонента обязательства. Общая квартира, общая машина, общая дача, общая собака, общие дети. Вот эта любовь, когда есть компонент обязательств, но она называется любовь товарищества. Вот эта комбинаторика этих компонентов, соответствует теории, их получается 8 различных видов любви. Если присутствуют все три компонента, это тоже полная любовь, как в седьмой фазе, о которой я вам только что рассказывал. Тогда у меня возникает еще один вопрос, вернее, даже не вопрос, а мысль такая, что насколько были мудры наши предки. Вот вы говорите, встретились два одиночества. А ведь наши предки, вот я родом из Дагестана, это хорошо помню, мы сохранили это. И даже это сохранено в какой-то степени до сих пор. А, ну, насколько я знаю, русскую церковь, на Руси тоже так же было. То есть искали, девушка, когда ей исполнялась, там, кто-то достигла определенного возраста, грубо говоря, она уже была на выдане, и ее вроде бы как кто-то сватал. Вот если еще там по старым каким-то преданиям на Руси, значит, они там могли встретиться и все прочее, то в условиях Дагестана, на самом деле, идеальный вариант был, когда они вообще не встречались. И там, на самом деле, весь этот процесс проходил очень замечательно, сразу включал все фазы, и эти фазы были изначально, и они держались до самого конца. Молодому человеку его вызывали старейшины и говорили, что ты вырос, готов ли ты к вступлению в брак, исполнению супружеских обязанностей. Ну, как-то это проверялось, что он все-таки готов, и на самом деле он и не ущербен в этом плане. Ему искала девушка, он ее не видел. Потом играли свадьбу, он ее не видел. Потом у них была брачная ночь. Эта брачная ночь проходила в полной темноте, в абсолютной темноте. Причем так воспитывались и девушка, и мальчик, что они, попадая в эту полную темноту уже после заключения брака, они допускали интимные шалости. И когда между ними происходило то великое, что называется, значит, зарождением, там, я не знаю, там, новой жизни, утром, когда уже расцветал свет, они опаньки друг друга увидели, а уже никуда не денешься. Как мудро было. И эти семьи, они, в общем-то, существовали всю жизнь. А почему, я говорю, что это, наверное, была все-таки тоже любовь, и там были обязательства, там, наверное, была и страсть. Там, наверное, была интимность, это точно абсолютно, потому что они должны были доверять семейных отношениях. Суровые условия жизни были, надо было доверять семейных отношениях, обязательно друг другу. А потому что очень много лирики любовной. То есть лирика была, значит, была и любовь. Сложно было бы описать в лирических произведениях то, чего нет вообще. Поэтому, может быть, нам вот к этой форме вернуться. Ведь наши с вами разговоры же не просто разговоры, там, скажем так, сидят два не очень молодых человека, рассуждают там о каких-то вещах. Ведь это же вопрос, на самом деле, огромной социальной важности на сегодняшний день, поскольку мы же видим, что в мире происходит глобальная трансформация. И мы же понимаем прекрасно, я, во всяком случае, понимаю, что без любви
это общество или сообщество людей. Его же не удержишь, скажем так, от каких-то дурных поступков. Момент, я перебью, Александр Григорьевич. Да. Смотрите, вот когда родители в традиционных обществах, да. Ну, как в Дагестане, они, так сказать, знакомили своих детей, в силу того, что у них уже жизненный опыт большой по сравнению с молодежью, они уже могли видеть ее, его, они могли предположить, как у них будут складываться отношения, и все равно они будут проходить, эта пара, все вот эти фазы, до какой они дойдут, это известно только Богу. Вот. Тут еще особенности нашей страны, особенно русской ее части. Вот у всех современных женщин, у подавляющего большинства, значит, у них такая формула. Без любви замуж ни в коем случае. Да. А любовь-то она появляется-то только потом. Она потом. Она может не появиться, но если она появится, то потом. А вот это то, что ищут вот эту вот первую вот эту фазу, когда там химия какие-то появляется, этих чувств, это еще только тень любви. И это во многом, я хочу сказать, осложняет. Потому что наша страна, там, например, по количеству разводов, она намного уступает, к примеру, Индии, где живет больше миллиарда человек, и где родители, так же как в Дагестане, знакомят и сами подбирают мальчику и девочке, так сказать, эти пары. И все девочки индийские, в отличие от наших российских, они знают, что любовь потом появится. Понимаете, что? Ну, значит, это проблема воспитания какая-то. Я не знаю, в том числе, то есть это и проблема воспитания, потому что вот у меня есть очень хорошая знакомая девочка, поскольку у меня дети еще не очень, скажем так, взрослые, младшие, вот у меня девочка знакомая, если это вот незнакомая девочка говорит, как, не, чтобы я когда-нибудь, кем-нибудь без любви, а из чего она черпает информацию о любви? Она ее черпает из многочисленных сериалов, даже уже не из классической литературы, где ахи-вздохи, туда-сюда и все прочее, есть где-то какая-то возвышенность. А она их берет... Из сериалов она смотрит там, от они, ох, у них любовь, от, нет, от у них любовь. Нет, нет. Когда мужчина разговаривает с женщиной, или с девушкой, или с девочкой, он думает, что он разговаривает с ней. А на самом деле он в это время разговаривает с ней, с ее мамой, с двумя бабушками, с четырьмя прабабушками, с восьмью прабабушками. Это проблема женская, вот это вот по женской линии вот это вот тянется все. Этот канал, этот вот перерубить невозможно. От матери к дочери до бесконечности. И где это зародилось, что, где зародилось, я не знаю, там, когда это, 100 лет назад или 1000 лет назад, что без любви, там, замуж ни в коем случае. Но вот это вот тянется, сериалы здесь ни при чем. Мамы, бабушки, но воспитывать-то все равно, наверное, надо как-то. Потому а вот мы объясняем. Тоже безобразие какое-то получается. Встретились, увидели, полюбили друг друга, жить не могут, и вот жить друг без друга не могут. А через месяц уже готовы друг другу, значит, там, чуть ли не загрызть. Фу, расстави. Раз, два, три. Пресыщение, отвращение. Ну, понятно, хорошо. В общем, я понял так. То есть, любовь в данном случае, она трехкомпонентна. Это ну, в соответствии с теорией, да. Стенберга, да. Да, то есть она трехкомпонентна, и она должна проходить в определенной стадии. И настоящая это любовь. Это не любовь Ромео и Джульетта получается. А это любовь, скажем так, ну уже таких вот великовозрастных людей, которые прошли там определенные этапы. Я правильно понял? Нет. Нет. Во времени определена только первая фаза. Остальные как Бог даст пройти. Некоторые, может быть, уже до полной любви к 30 годам придут, а может и раньше. Не знаю. Не определены во времени. Во времени это не определено. Хорошо. Ну, и все-таки, исходя из того, что вот есть какие-то задачи перед социумом, исходя из того, что, конечно, большая проблема с разводами, исходя из того, что вот эта вот ячейка, семья, как определяющая, скажем так, да, тот или иной социум, она стала такой вот непрочной и хрупкой. А может быть вообще, тут я недавно слушал одного, значит, деятеля, он умный, грамотный, ерничает, правда, часто, ну, неважно, не буду говорить его фамилию, он прям порадует так и сказал, говорит, а вообще, говорит, брак, он же отмирает. Вообще, говорит, вот это вот отношение там, вот они же отмирают. К ним на смену приходит нечто другое. Вот на смену любви нечто другое может прийти или нет? Ну, вы сначала говорили о форме,
о семье, это форма, да. А ее содержанием, да. Ну, любовь должна быть любовь, конечно, да. И ну, вот семья отмирает, отмирает. И... Не может. Не может однозначно, конечно. То есть любовь будет всегда. В той или иной форме. Это содержание. И семьи, и семьи, как форма носителей этой любви, они будут, соответственно, всегда, мое мнение. Несмотря на... То есть не будет этого безобразия, что, значит, там все блуждают атомизированные, там на время встретились, как туфельки или амеба, хотя они не встречаются, они делятся, там, значит, как-то между собой вопрос решили для продолжения потом связи, то есть время что-то будет... Изначально. Меня это просто на самом деле волнует. Но человечество-то она проходила вот знаменитую книгу, которую изучали все, ну, по крайней мере, должны были изучать. Это Фридрих Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности государства». Да. Он там рассматривает вот эту вот, так сказать, динамику развития форм отношений. То есть, начиная с полунуальных форм брака там, и т.д. и т.п. 5-10. Но современное человечество вот так живет. Да, пробует сломать этот институт семьи, но человечество никакого другого репродуктивного инструмента, как семья эффективного, не придумало. Почему? Она придумала неполную пока семью, потом она придумает вообще отсутствие. Вот вспомните, вспомните вот раньше. Вот раньше только была семья. Семья это было три поколения как минимум под одну крышу, да. Или за столом, там они сидят и все прочее. Потом, со временем, одно поколение убрали, сказали, они не нужны, это, значит, вот лучше для них, значит, там дома престарелых, или там отдельное житье-бытье, вот как-то они пускай там сами по себе живут, ну а муж тут в своей семье разберемся. Потом наступил такой момент, у меня просто масса не просто знакомых, я даже статистику приводить не буду, где, скажем так, вот в этой усредненной, значит, двухпоколенной семье, теперь она, скажем так, она еще и в какой-то степени это самое, усеченная, поскольку она не полная. То есть там, как правило, нету мужчины, это в нашей там ситуации. Ну а в ситуациях там других стран, может быть, там и народов, там нету, и бывает так, что и женщин нет. То есть они уходят, и там мужчина воспитывает. Знаменитый фильм «Крамер против Крамера», если там помнишь, что вот он как раз-таки вокруг этого там все и крутится. Мама ушла, я пошла делать карьеру, значит, а папа там воспитывал ребенка. А следующий этап будет, что и дети-то как таковые не нужны. Вот у меня был очень мой хороший, скажем так, опять-таки, царствие небесное, он мыслитель, философ был. Он еще лет 20 назад говорил, ты пойми, говорит, что воспитание в обществе нормальных детей, это же лучше поручить государству, чем семьям. В семьях по-разному может быть. Там, значит, они страдают патологиями, там, или не патологиями, или могут научить не тому, что нужно этому государству. А вот как было бы хорошо, если была бы система, значит, интернатов, мы бы сдавали бы детей туда, дети бы в этих интернатах готовились бы, они готовились бы, значит, для решения определенных задач, и государство бы это процветало. Она, конечно, жуткая немножко теория, но она же вот вполне, скажем так, объяснимая, и логика в ней определенно есть. То есть, грубо говоря, вот мы оставили, человек атомизирован, он один, уже партнер не нужен, уже этот не нужен, папа с мамой не нужны, они в доме престарелых, дети в сиротском доме, знаешь, или еще там, а я, как творческая личность, всецело, значит, вот развиваюсь, там, креативлюсь и все прочее. Александр Гамович, вас что-то с утра прям вот несет какие-то крайние темы, то в какой-то этих... этих геев всяких там сообществ, теперь куда-то разрушение семьи футуристические, там из фильма «Матрица» и там подобное. Да. Вот смотрите, что будет завтра, никто не знает, ни вы, ни я. Смотрите, задача воспитания детей лучше, чем семья. Института нет. Вот институт семьи, он оптимальный. Да, больной мир, больная страна, больные люди, души у них больные. Да, институт разваливается. По каким причинам? По разным. Вот смотрите, что... Какую женщину ищет... Внимание, очень важная вещь. Какую женщину ищет каждый мужчина? И какого мужчину ищет каждая женщина? Объясняю на пальцах, в прямом смысле. Буду говорить медленно, а потом повторю дважды. Каждый мужчина подсознательно ищет себе женщину-рабыню.
Но не рабыню Изауру, а рабыню, как его мама. Чем отличается мама, как рабыня, то, что она любит своего мужчину, сына, безусловно. То есть нет никаких условий. Раз там ребенок сказал, ой, мне холодно, мама, ой, раз его одевать, ой, мне там опить хочется, мама, на попей, ой, я есть хочу. То есть, еще раз, каждый мужчина ищет женщину-рабыню. В это самое время каждая женщина ищет себе сильного мужчину. Каждая. Сильного мужчину не как в армии, я начальника, а ты дура. А сильная волей, духом, интеллектом. Каждая. Вот, то есть, вот смотрите, что происходит. Этот ищет женщину-рабыню, а это сильного мужчину. Вот прям пазлы ложатся. Внимание, вопрос. У мужчины написано, что он сильный или он не сильный? На лбу. У вас написано, что вы сильный? Нет, ни у кого не написано. Как определить? Женщине, как определить, сильный мужчина или нет? У женщины, у каждой, начиная, вот я не знаю, маленьких девочек, у каждой женщины есть набор эволюционных инструментов. Как вот, знаете, это хороший набор такой вот, и очень чемодан такой, да. Это как раз набор эволюционных инструментов для проверки силы мужчины. Смотрим, что там значит в этом наборе. Открываем, там выпрыгивание из юбки, надутые губы, молчанка, сумасшедший по эффективности инструмент, слезы и так далее. Этим инструментом женщина проверяет с утра до вечера мужчину, который рядом, сильный он или нет. Когда она убедилась при помощи этих инструментов, что мужчина сильный, ей инструмент этот не нужен, она его закрывает, на антресоль положила и растворяется в этом мужчине. Она нашла сильного мужчину, волей, духом, интеллектом, повторю. Вот. Что это теория? Сильных мужчин по статистике, ну там 3-5%. 3-5%. И в результате происходит основная масса мужчин, ну средние. Вот прямо вот закон нормального распределения Гаусса. Вот. На одном, значит, конце сильный мужчина, на другом слабый. Основная масса, вот она, знаете, в институте все изучали закон нормального распределения. А дальше происходит следующее. Вот эта женщина, собирательная. Люди, как вот сейчас небольшой, так сказать, экскурс в возрастную психологию. Вот в каждый период жизни, их не так много, человек и мужчина и женщина живут по одним и тем же формулам, осознают они это или нет. Вот где-то от 32 до 37 лет женщина и мужчина, кстати, тоже, уже когда социум налажен, связи, уже, так сказать, уже что-то из себя человек представляет. В этот период времени, от 32 до 37, происходит оценка, а не дорого ли я за все заплатила? Вот так вот формулировка. И дальше начинается период с 37 до 45, период, а что нести на себе дальше, а что можно сбросить в своей жизни. И вот тут-то вот здесь вот начинаются разводы. То есть смотрит на женщину, на среднестатистического мужчину. Это не тот сильный мужчина, который внутри, так сказать, у нее есть образ. Да. Подает на развод. 80% развода как раз вот в этот промежуток времени на развод подает женщина. Семьи рушатся. Это практика. У нас как-то разговор, мы теорию с практикой все так перемешиваем. Ну, это хорошо, потому что да. Люди слушают, видимо, они практически... Ну, про инструментарий женщины я понял. Там слезы, значит, там... Эволюционный набор инструментов, да, проверки да, силы самца. Проверка силы самца, да, там, это все, это понятно. Ты уже еще смотрите, какие ошибки. Сейчас вот смотрите. В животном мире первым должен выбирать самец. И выбирают. Да? Ну, смотрим какой-нибудь, я не знаю, в мире животных, там два оленя разбегаются, бабах лбами. А это тут стоит, смотрит, да. А у людей
Первым должен выбирать мужчина. Это очень-очень важно для понимания, для женского понимания. А женщина может выбрать только из мужчин, ранее выбравших ее. И только в этом случае могут шестеренки и дальше какая-то историческая перспектива, и более-менее, Бог даст, будет все нормально. Но если первым выбирает женщина, вот раз увидела какого-нибудь аккордеониста, да, раз что-то внутри отозвалось, у нее, она его выбрала, потому что абсолютно неправильное представление, особенно у мужчин, мужчины себя считают охотниками, а женщины дичью, на самом деле это наоборот. Женщина охотник, а мужчина дичь. Женщина закидывает сеть, современная женщина особенно. И вот в этом-то ошибка. Потому что сначала нужно посмотреть им, кто выбрал их. Вот раз она посмотрела, там женщина, вот ее выбрал там Ваня, Петя, Вася, Дима и Александр. Да. И вот из них нужно выбирать. Вот на них накидывать, так сказать, свою сеть, на конкретного кто. И, соответственно, в светлое семейное будущее тянуть. Тогда есть историческая перспектива. Если этого нет, ничего не получится. Трата времени. Опять будет день сурка. А тут еще современные женщины, они допускают три, по крайней мере, одну из трех главных ошибок. Перечисляю. Дорогие женщины, слушайте внимательно. Значит, ваши три главных ошибок. Ошибок много, и мужчин, и женщин. Значит, одна из трех главных ошибок. Вы относитесь к мужчинам как к представителям враждебного племени. Ошибка вторая. Вы всем своим поведением и своими речами показываете, что не нуждаетесь в мужчине. И третья главная ошибка. Вы, дорогие женщины, не все, конечно, очень бы хотелось, вы засматриваетесь на мужчин, которые вам нравились 5-10 лет назад. И вот эти вот ошибки, они и приводят вот к таким болезненным ситуациям. Все-таки про эволюционный набор женщины мы что-то услышали. А какой же эволюционный набор у мужчины? Как ему-то определить, раба она или не раба? То ли он ищет, или не то ли он ищет? Есть по этому поводу хороший анекдот. Пришла к мудрецу там или кому-то, или к мудрому соседу, значит, женщина, и говорит, вот нравится мне Дима и Володя. Ну скажи, пожалуйста, кому из них повезет? Кто из них станет моим мужем? Он говорит, мужем станет Дима, а Вовке-то повезет. То есть я имею в виду, где эволюционный набор у мужчины, чтобы определить, что эта женщина правильная, потому что ошибки-то очень часто видим. То есть помните фильм, как этот найти на филет, что ли, да? Я же ее, говорит, тоже на филет-то, говорит, поймал. Думал, рыбку золотую вытащил. Кто же знал, что она змеюга подколодная окажется? Как набор? Почему ошибки? Где мужской набор проверки? Раз, объясняю. Достал, улыбка или объясняю. Что там? Ага, раз, детектор, а вот она, моя. Или раз, там еще что-то, а вот она. Нет, это не моя. Все понятно, да. Объясняю. Да. Как найти? Объясняю. Вот ваша, вот опять модель, что мужчина охотник, а женщина дичь. Наоборот. Разве дичь может, так сказать, искать охотника? Это мужчине не нужно. Мужчина, во-первых, беззащитен перед вот этой эволюцией, перед вот этим женским набором эволюционных инструментов. Он беззащитен. И своего инструмента у него нет. Он ему не нужен по очень простой причине. Вот смотрите. Вот возвращаемся в принципиальных отличиях между мужчиной и женщиной. Да? Ширина информационного канала связи со своим потомством. Я сейчас медленно, а вы слушайте. Мужчина передает следующему поколению качество. А женщина передает следующему поколению количество. Поэтому женщина, она должна выбирать мужчину очень тщательно. Она количество ограниченное передает. А мужчине качество все равно следующему поколению через кого передавать. Все равно. Ему все равно, какая женщина. Так. Вот в философском. И какое же тогда ко всему этому имеет отношение любовь? Где же она тогда возникает? Вообще, зачем она нужна? Я еще раз говорю, вот
исходя из всех вот ваших теорий, у меня создается стойкое впечатление, что любовь-то она нахрен не нужна. Для того, чтобы происходил поступок, поскольку мужчина передает качество, и ему все равно через кого передавать. Чего же он бедный мучается, с ума сходит, яд выпивает, значит, как бедный Ромео там, с обрывов, значит, прыгают, ревнуют, кинжалами режут и все прочее. Все войны происходили там, ну, процентов 80 за женщин. Вспоминая вот Великую Троянскую войну, что там, ну, Елену украли. Да сказал бы, если бы Менелай, да и черт с ней, с этой Еленой прекрасной. Пускай ее забирает себе Парис, и пускай не уезжает, значит, в эту Малую Азию, и войны не было, и было все шикарно и замечательно. А что же происходит? Происходит полная ерунда. Нам все равно через кого передавать качество, ну и давайте передавать его, чем больше, тем лучше, через разных женщин. А нет, объясняю, возникает какое-то чувство, момент, которое народ называет любовью, спать не дает, я помню себя влюбленным, спать не можешь, есть не можешь. В голове постоянный какой-то бред, какие-то, значит, у тебя видения. Там еще, не дай бог, к этому примешь соревность и все проще. Это же не жизнь, это пытка сплошная. Объясняю. Никакого противоречия на самом деле нет. Мир, он устроен просто божественно красиво. Я вот своим сыновьям, старшему сыну, значит, говорю: Витя, с женщинами на планете одни проблемы. Витя, а без женщин проблемы еще большие. Угу. Я, кстати, своим детям говорю, что самое прекрасное, что есть на планете, это вода, женщины и книги. Вода, женщины и книги. А почему именно такой последовательности? Почему вода? Не в порядке приоритета. А, не в порядке. Не в порядке приоритета. Да. Ну, можно женщины, вода. Можно. Книги. Можно, да. Вот смотрите. Можно, конечно, мог бы Творец создать мир, как вот у животных. Да, у них же нет любви, у них нет чувства, они чувства вообще не испытывают. Ну, это было бы скучно, это было бы неинтересно, это было бы как-то пресно. Это драйва не было бы. Да не драйва, нет, качественно, потому что, вот смотрите, мужчина и женщина, большой промежуток своей жизни, они не могут пройти путь в одиночку. Их цель, вот мужчины и женщины, это передать эстафету жизни следующему поколению. Качественно передать отношения, качественную эстафету можно передать, если отношения качественные. А качественные отношения могут между мужчиной и женщиной быть, если есть любовь. Если ее нет, это просто будет банальный секс технический, который вот, просто не нужен. Вот мы опять вернулись к той теме, которая меня волновала вначале. Вот вы говорите о том, что вот их там цели, они по жизни идут вместе для того, чтобы качественно передать туда будущим поколениям, что-то значит там важное и все прочее. Да? Но мы видим буйственный расцвет однополых отношений. У них вообще перед ними такая задача не стоит. Они ничего не собираются, некачественно. Ну, женщина с женщиной, может быть, они способны чего-нибудь количественно передать. Мужчина не, значит, качественно не передали. А мужчина с мужчиной, понятно, не количественно не передают, не качественно передают. Но это мы видим, повсеместно процветает, где-то узаканивают эти браки, уже церковь, значит, там какая-то, значит, даже это признает. У них-то этого вообще цели нет. Но они-то тоже говорят о любви. Объясняю. Я же вот что хочу, я хочу понять разницу. А где же та разница? Вот у меня любовь к женщине, и у нас не задача, мы с ней рука об руку идем, проходим. Понятно. Смотрите. Хорошо. Значит, вот эта проблема, вернее, не проблема, а то, что мы видим на экране, вот эти гей-сообщества, ЛГБТ, она раздута и раздута очень сильно. Социологические исследования показывают, по крайней мере, я сам читал серьезные такие научные труды, за последние 500 лет количество вот этих сбоев природы в горизонте 5% населения, ну сбоит природа, сбоит, 5%, это первое, поэтому не будем паниковать, не будем. Второе. Вот в русском языке одно такое слово, любовь, как-то русские, они что-то не самые сильные в этой области. Да? Вот, к примеру, взять греков. Там слов любви, я даже сейчас их все и не вспомню. Там агапе, сторге, филия, лудус и так далее. Различные. Эрос. Эрос, да, эрос. Вот. То, что
к примеру, вот эти ЛГБТ сообщества называют любовью, это еще не значит, что это и есть любовь. Это еще не знаю. Они пользуются этим словом, потому что другого слова нет. На самом деле, если присмотреться, это не та любовь, о которой мы с вами вот сейчас разговариваем. Это что-то другое. Вот, к примеру, сейчас, если спросить там людей, там, представь себе телевизор, да? И у каждого всплывет какой-то, у одного плазма там 100 метров, вернее, это 100 сантиметров по диагонали, у другого какой-то там маленький, у третьего там красненький, у четвертого еще. Это еще не значит, что это и есть любовь. Поэтому, ну... Пусть они там сами разбираются. А сейчас наступило время, раньше-то как найти партнера, да? Мужика мужику, мужику мужика. Или там этим женщинам. Это же проблема. Это же они себя чувствуют, что неполноценными. Что-то у них не так, как у всех. Это очень гнетет. Раньше это было им сложно. Они поэтому сидели по щелям. Очень сложно все там. У них как-то это было. Там найти это просто невозможно. Сейчас, когда выплеснули это все на экраны, и нам кажется, что весь мир, вот эта вся волна захлестнула. Спите спокойно. 5% не меняется. Природа здесь, это не привьешь. Это не привьешь. Я с вами согласен, мы эту тему закроем, конечно. Но я по поводу 5% хочу сказать следующее. Постой, поскольку проходил все время курс психологии в Московском государственном университете, а в ее рамках проходили курс сексологии. Вот эти 5% касаются так называемых на самом деле действительных сбоев природы. То есть эти самые 5%, которые есть не только в человеческой популяции, но и в любой другой популяции, они на самом деле существуют, и они существуют как сбои природы, как перверсии, то есть как, скажем так, отклонение от нормы. Но весь-то уже заключается в том, что это отклонение от нормы, в последнее время с помощью того же самого телевидения, кино, радио, учебников и все прочее, навязывается социуму, и оно зашкаливает уже, и уже не 5%, и это так называемые неядерные вот эти вот процессы, да, когда там они касаются непосредственно физиологических каких-то дисфункций, они касаются чисто психологических моментов, когда на человека за счет того, что на него воздействует огромное количество вот этого вот информационной волны, она меняет людей, и люди нормальные предпочитают вот именно этот вид взаимоотношений. Вы качаете головой, если мы не согласны, не будем по этому поводу спорить. Александр Ильич, неужели вы думаете, моего что вопрос. Люди со всем их потенциалом могут посоревноваться с Богом? Да три раза ха-ха-ха, спите спокойно. Спите. Они, может быть, с Богом не могут посоревноваться, но с Господом в данном случае соревнуются не люди, а соревнуются... С ним никто не мог. Некто другой. С ним никто не может соревноваться. Но он-то пытался постоянно соревноваться. Но не будем об этом, да. Не будем об этом. Опять сейчас мы куда-то... А дальше что? Позитив, да. Давайте в позитив. Давайте в позитив. Итак, любовь, она есть. Это первый вывод. Она движет солнце и светило. Она движет солнце, светило. Это неиссякаемый источник, значит, вот, творческого заряда и всего прочего. В каком приблизительном возрасте, у нас же тема конкретно занятия, да, любовь, мужчина и женщина. В каком приблизительном возрасте, как вы полагаете, вот это чувство у человека может наступить. Оно не привязано ко времени. Вот есть такое стихотворение, я его автора не помню. И не нет, знаю. Любовь именно как вот это, отношение мужчины и женщины. Да, вот да, это да, вот. Да, да. Вот не помню ни автора и не знаю, смогу ли я вспомнить это стихотворение, но попробую. Оно звучит так. Любовь – нежданная награда, она приходит ниоткуда, и угадать что-то... Та-та-та. Забыл, короче. Это невозможно предсказать. Нет, любовь все возраста покорно, я понимаю. Но это не отсюда. Когда, это да. Ну когда, то есть, ну, грубо говоря, может это чувствовать у мальчика в 5 лет, допустим? Нет. Мы же говорим о взаимоотношениях взрослых людей. Взрослых. Еще раз. Вот это то первая есть, фаза. Да, первая да, фаза, да, она то есть может. Мы говорим только секунду, она может, как вот и Ромео и Джульетта. Вот кто знает, сколько Ромео и Джульетта было лет? Джульетте, я ей было. 2 недели не хватало до 14 лет, ей было 13 половиной. Читайте Шекспира, так сказать, повнимательнее. А сколько было маме Джульетты лет, вы помните? 22 года. 22. Хотя Шекспира вообще читать не надо. Особенно комедии надо, а трагедии нет. Там через 10 страниц уже 15 трупов, и уже забыл, кто кого, как кого зовут.
В любом случае, в каком бы возрасте, но уже в половозрелом, половозрелая система, она полностью сформируется где-то к 20 годам. Но сейчас. Дальше, вы же опять говорите, когда вот это вот будет тень любви, вот этот шоколадно-букетный период, дальше все равно хочет человек, нет, вот эти 7 фаз, их ждет, куда он там дойдет, до какой из них, неизвестно. Нету другого пути. Хорошо, тогда вопрос чисто практический. У меня все время был опыт практики. Как вы практики? Ну, практики, я имею в виду, я практиковал психологию, то есть я консультировал людей, то есть поскольку имел на это право, соответствующим дипломом, полученным и все прочее. Вот мой опыт, что мне показывал, что в основном моими, скажем так, ну, собеседниками, были женщины в возрасте где-то, ну, за 35 лет, 35-40 лет. И неудивительно. А в основном были они, и в основном запрос один и тот же. То есть эти женщины, они, как правило, были уже вполне состоявшиеся в профессиональном плане. У них, скажем так, был либо там свой бизнес, либо они достигали каких-то в другом бизнесе. А у них было достаточно средств для того, чтобы удовлетворять какие-то свои запросы. Но единственный запрос, который у них так остался неудовлетворенным, это отсутствие любимого человека. И неудивительно. Почему не удивишься? Очень просто. Когда закончилась Вторая мировая война, с нее в свои страны пришли десятки и десятки и десятки миллионов мужчин. Экономики были разрушены, и такое количество мужчин экономикам стран были не нужны сразу. Был придуман план. За океаном мужчин взяли, отправили учиться на 5 лет, а в экономику втянули женщин. Их втянули, их поманили морковкой экономической свободы. Их втягивать абсолютно было не нужно. Это план. Это, кстати, план по разрушению семьи. Глобальный, да. Вот тот, который... Все-таки он есть. Думаю, что да. Да, думаю, да. Женщин, значит, поманили морковкой экономической свободы. Их втянули в экономику. Что это значит? Это значит, они начали играть на мужской поляне, в мужские игры, бизнес, деньги. Вот. Многие достигали, так сказать, результатов, зарабатывали деньги. Но они очень дорого за это заплатили. А заплатили они дорого отсутствием счастья женского. Потому что женское счастье у женщины может быть, если она на женской поляне занимается женскими делами, и рядом должен быть сильный мужчина, тогда женщина может быть счастлива. А что такое счастье? Она в покое, у нее душа в покое. Она не думает, что она будет кушать, что она будет там пить, что она будет одевать, потому что это все есть, она растворяется в мужчине, и мужчина ей предоставляет. Так вот эти женщины... Первых втянули в США, лет 15 женщины поняли американские, что плата очень-очень дорогая, и начали отруливать. Лет 10 назад это поняли, о том, что очень дорого заплатили. В Европе женщины начали отруливать на свою женскую площадку. Вот. А наши пока еще не дотянулись, но первые признаки уже есть. У нас же еще тут чем осложняется? В нашей стране... Женщины со времен еще Советского Союза, женщины вступили в сговор с государем, ну, с абстрактным государем, точнее, наоборот, государь, так сказать, вступил в сговор с женщинами Советского Союза. То есть, любая женщина могла пожаловаться на своего, так сказать, спутника жизни государю. Партком, завком, альфа-самцу, так сказать, вожаку стаи. И тот этого вытащит там в партком, замком, там ему... Вот этот сговор, он... Вот мы сейчас, мы же видим, что в западных странах, там точно так же женщины в сговоре со своими государями, там мужчины уже, они в лифт боятся женщинам зайти. Я вот лично, я не могу смотреть на женщину, как, я не знаю, там, как на руководителя компании, или там, как на преподавателя или еще какого-то, да. Я на женщину смотрю, как на женщину. То есть я, вот так я и смотрю, на женщину, как на женщину.
Мне не нужен от нее технический секс. Мне он просто не нужен. Мне вообще не нужно ее «хочу». Да. Я желаю. Вот разницу между двумя модальными глаголами «хотеть» и «желать» сможете объяснить? Вы филолог? Думаю, что вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Да. Хотеть – это испытывать недостаток в чем-то. А желать – это когда есть переизбыток. Вот лично я... Хотеть – это недостаток, а желать – это переизбыток. Да. То есть, вот я желаю желания желающего меня. Вот мне что нужно от женщины. Мое мнение вообще, что красота женщины, любой женщины, это не анатомия. Красота женщины – это поведение. Я вот так считаю. Это очень правильная мысль. Да. Это очень правильная мысль. Вы мне как-то даже смутили, я бы сказал бы, этой мысль. Но я сейчас немножко хотел бы все равно повернуть немножко другой. Все-таки только не в сторону ЛГБТ сообщества. Не, любовь. Меня вот все волнует вот этот вот. Любовь. Хорошо, вот что делать? Вы объяснили, почему это произошло. А что делать этим женщинам, которые социумом уже были воспитаны и доведены до определенного состояния? Они уже добились, они уже поменять свою жизнь не могут, но в той жизни, в которой они живут, они глубоко несчастны. Это хорошо, если она там еще, грубо говоря, в нарушении своих же там установок, помолвства, родила кого-то. И у нее есть хотя бы ребенок. Хоть какая-то для нее отдушина, оправдание своей, скажем, там, жизни. А если этого нет, вот она достигает критического возраста, ей уже там за 35-40, детей нет, любимого человека нет, мужа нет, но она вся такая самодостаточная, она вся такая, значит, эмансипированная, она вся такая, значит, самая. Вот для них-то что тогда вот остается? Они же, и многие из них и в любовь-то не верят, настоящий, потому что с ними начинаешь говорить о том, что вот любовь, там туда-сюда и все прочее. А у них паранойя развивается, как она говорит, ну что любовь, а он, может быть, деньги мои любит, он, может быть, я не знаю, там еще что-то любит, ему только вот это надо, вот это надо, вот это надо. Куда девается любовь-то? Ну, на самом-то деле, конечно, это трагедия. Только в Москве каждый день вечером в холодные постели ложится миллион женщин. Миллион, вдумайтесь. Да, цифры. Я где-то знаю эту цифру, да, что делать этим женщинам? Что делать этим женщинам? Они не увидели сигналы, знаки Вселенной. Они вот дошли вот до этого. Сигналы были, они были, их не могло не быть, они их не увидели. Вот эта картина, которая была нарисована им в голове, она не дала им сориентироваться. Я здесь перебью. Вот картина, которая была нарисована в голове. Вот к этому я хочу вернуться. Опять-таки возвращаясь к вопросам воспитания. Все-таки любовь присутствия в социуме, это есть в том числе и процесс определенного воспитания. Конечно. То есть, вы согласны? Конечно. Традиции, конечно. Там устоявшиеся каких-то норм и все прочее. То есть, потому что если уж на Руси любили так, значит, ну она была замужем, скажем так, любила, так она его и ждала всю жизнь, грубо говоря, и верна была там туда-сюда, не вдаваясь там в какие-то другие подробности. Но это так. Это все системы воспитания, это прививалось. То есть любовь, в том числе, я хочу сказать, это и тот самый цветок, который требует того, чтобы его возделывали, холили, лелеяли и поливали периодически. А если его не поливают, тогда он из общества и социума, он выдирается. И вместо него приходят какие-то совершенно иные, скажем так, интересы, меркантильные, потребительские, там, я не знаю, там еще какие, там, карьерные, там, ну, по-разному их можно назвать. И тогда этот цветок на этой почве, он не прививается. И я хочу сказать просто, вот вы сейчас сказали, воспитание. Вот простой пример. Сегодня перед нашей встречей, так уж получилось, пока, значит, моя супруга возлюбленная мне готовила кофе, я смотрел по телевизору, значит, там показывали по одному из каналов старый советский фильм «Однажды 20 лет спустя». Вы помните, наверное, про это, Гондарева, мама многодетной семьи, у нее, значит, там 10 там, или там даже больше детей, и одноклассники встречаются, и вот доходит до нее очередь, к ней подходит, значит, ее одноклассник, весь такой состоявшийся, весь такой, значит, там, молодец, он оператор, на микрофон, а вот что ты, значит, она говорит, да, я помню, фильм, да. Я работаю мамой, она говорит. И он, когда понял, что она реально говорит о том, что она работает мамой, он ее очень вежливо сажает, значит, там говорит какие-то дежурные слова о том, что как хорошо быть мамой, и переходит другая женщина, которая сидит, которая добилась больших высот, значит, там, в области геологии там, или еще чего-то. Понимаете, да? То есть весь социум, я что хочу сказать, и в том обществе это было, я имею в виду социалистическое общество, и нынешнее общество, он нацелен на то, чтобы в конечном итоге эту самую любовь, этот самый цветок жизни
Его фактически Угана попить, а на место него поставить, значит, другие какие-то идеалы, принципы, цели, устремления, не знаю, и все прочее, чтобы только не дать ему взрасти. Вот это вот. Вот смотрите, на самом деле все интереснее и глубже. Да. На Руси в семьях было следующее. Вот Библию открывай, там написано. Медленно говорю. Муж – это слава Бога. Жена – это слава мужа. Что это значит? Это значит, жизнь мужчины должна быть такой, чтобы, ну, образно, если, когда Бог будет на него смотреть, чтобы Богу было, а, радостно, и, б, ему было не стыдно за вот этого мужчину, хотел сказать, бублика. Точно так же, мужчина, еще раз, мужчина – это слава Бога, а женщина – слава мужа. Муж, глядя на жизнь жены, на ее поведение, он должен радоваться и восторгаться ее поведением. Вот. Если по этой формуле мужчина и женщина, и он, и она живут, то тогда у них вероятность, возвращаемся к семи этим фазам любви, то у них вероятность, что они дойдут до полной любви когда-то, она максимальна. Когда в советские времена Бога отодвинули, куда-то там отодвинули, да, и уже приоритеты были другие, вы все это знаете, вы все это знаете. Дальше точно так же, это же фильм, который вы вспоминали 20 лет спустя. О чем он? О том, что вот эту вот, которая в геологии там, ее взяли на мужскую поляну и в мужские игры там с этой там лопатой что-то там, я не знаю, там искать какие-то ископаемые, да. Она несчастная женщина. Ну, это не всегда из нас состоявшихся женщин, которые были при этом в браке. Конечно. Это идеальный вариант, конечно. То есть мы сейчас берем это крайний, у нас же все-таки... Она счастлива, если рядом есть сильный мужчина. Конечно. Да, это условие необходимое. Конечно. Поэтому в дополнение к этой пословице знаменитой «Шерши Лефам», я бы добавил еще и шерши мужчину. То есть надо мужчину тоже искать. То есть, это дешевый эволюционный материал. Почему? Ну, Вселенная создана для женщин. Я понимаю, но мужчину искать, если не охотиться. Вы сами говорили, что все, каждая женщина Артемида. Она фактически выходит на охоту, а мужчина такая вот дичь, которая все норовит, значит, куда-то сбежать, то ли направо, то ли налево. Да, потому что современных женщин это в меньшей мере касается, а женщин, которые там 100 лет, 200 лет назад, общество было устроено таким образом, что женщина, ей нужен был мужчина по очень простой причине. От него нужны как минимум ресурсы, потому что в последние месяцы беременности и в первые месяцы лактации она сама не могла себе обеспечить, поэтому должен быть мужчина рядом. Ведь если вы посмотрите на животный мир, да, все делятся на приблизительно две равные части. В одной части самочки, которая потомство, так сказать, у нее появилось, нужна помощь самца. Ну, там мужчины, там волки какие-нибудь. А часть в животном мире не нужна помощь самца. Ну, вот курочка, да? Она яичко снесла, и эти петух там, я не знаю, что там бегает, там кукарекает что-то. А эта раз со своими птенчиками одна пошла, там червячка, там зернышко нашла. Не нужна помощь самца. Мы живем в этой половине. Помощь нужна, а одной мир так устроен. Есть еще одна половина. Только... Черной вдовы какой-нибудь, которая после этого она еще и поедает своего этого самца. Алчно, скажем так, и косточки не пережевывает. Такие тоже в нашем социуме есть. Ну что ж, мне нравится пока, так как наша беседа протекает, хотя мы так главной темы вообще-то не коснулись. Мы же должны были говорить о любви, а мы все, значит, там о каких-то вот мужчинах и женщинах. Женщинах, да сюда, вот о любви мы говорим мало, все-таки вот любовь. Эволюционный инструмент, если кратко. Эволюционный инструмент. Любовь – это эволюционный инструмент. Эволюционный. То есть, фактически, если у этого инструмента не будет, то не будет эволюции. Мир может и не развернуться в божественный промысел. Да, в божественный промысел. Он специально заложен. Вот генетики, кстати, ну, по маркерам в ДНК, в ядерной ДНК человека, они по маркерам определили, что где-то около 100 миллионов лет был подкручен, ну, условно, так сказать, ген сексуальной тяги. Ну, такое впечатление у них сложилось о том, что как-то 100 миллионов лет, как-то что-то люди как-то слабенько мужчин тянуло к женщинам, и наоборот, раз подкрутили, и, так сказать, появилась тяга. У китайцев, наверное, больше всего тяга появилась, и вон сколько много.
с индусами. А у русских в последнее время что-то не очень хорошо. В этом плане, в плане тяги-то, или наоборот, или в плане тяги нормально, в плане любви ненормально. Что происходит-то? Происходит, ну, почему там, там-то все у них вот вроде бы в шоколаде, а у нас тут за последний год, на самом деле, ерничать, но это трагедия. То есть у нас население Советского Союза было где-то порядка 300 миллионов. Да, где-то порядка 300 миллионов. И это было по, скажем так, да, на середину 70-х годов. Во всяком случае, это были приемлемые какие-то цифры расхождения, я имею в виду там. Китай там 700 миллионов населения было, там, значит, Индия где-то 600 миллионов, 300 миллионов, значит, где-то вот у нас, значит, население было и все прочее. А сейчас вот, ну, по некоторым данным, там 140 миллионов, кто-то говорит, что они завышены, 130 миллионов. То есть фактически у нас население, сейчас мы сравняли все. Не паникуйте, Александр Николаевич, я вас смотрю, конечно. Но вот Дмитрий Иванович Менделеев 100 лет назад приблизительно, он считал, что к концу 20 века в России будет 500 миллионов человек. Вот. Не произошло. Да. Не произошло. Произошло. Да. Сейчас в стране вот официальные цифры там что-то 146-147 и тому подобное, на самом-то деле больше. Больше. И намного. Это и намного. Причем здесь на территории страны, а не там, где еще живут в этих в бывших советских республиках. Больше, не паникуйте. Вот недавно президент, буквально где-то неделю назад, он выступал и приводил цифры, коэффициент фертильности женщины, то есть сколько одна женщина рожает у нас. Что-то 1,80 с чем-то, 1,8 с чем-то. Довольно-таки высокие. Для, так сказать, просто для репродукции достаточно, уже достаточно, то есть уже не вымирает. В Европе там 1,1, ну, в разных там странах по-разному. В Китае, я вам скажу следующее, у них уже начался в относительном, не в абсолютном, а в относительном населении падать. К 50-му году их будет... их будет в два раза меньше, чем сейчас. Вот. На горизонте мы сейчас увидим, у них же сейчас что получилось? Вот результат, вот это одна, планирование семьи, один ребенок в одной семье, привело к тому, что сейчас уже несколько десятков миллионов мужиков, да, молодых, женщины, не могут найти невест. Где они их найдут? Мальчик, на север, на севере там, я не знаю, там Сибирь, там нет невест. На запад, там эти Гималаи тоже. На юг, на восток у них там море, океан. На юг, там вьетнамцы хрен им дадут своих невест, самим им нужно. Что им делать? Шекспир отдыхает, какая трагедия на наших глазах. 30 миллионов мужиков не могут себе найти, так сказать, спутниц жизни. Шекспир отдохнет. Не паникуйте, а у нас все нормально будет. Ну, дай бог. Это, конечно, такой позитивный очень прогноз. Очень хочется верить, что так. Но все-таки возвращаюсь к любви. Я такой нудный немножко сегодня. Да? Возвращаюсь все-таки к любви. Я хочу вот главный вопрос. Все-таки. Вот ты сказал, что это механизм эволюционного, значит, там, вот этого развития. И без него, значит, все встанет и все заглохнет. Движение. А, движение, да, встанет и заглохнет. Но весь ужас заключается в том, что то, что предвещают, то, что предвещают некоторые ученые-аналитики, крупные философы, скажем так, и прогностики там всякие, они говорят о том, что к 2044 году наступит так называемый антропологический переворот. И под этим антропологическим переворотом они подразумевают, что человек будет совершенно другим. Что человеку не понадобится уже вот то, что мы говорим, любовь. Человек больше станет, скажем так, технотронным каким-то, скажем так, да. Это будет вообще, это не будет эпоха любви. Это будет эпоха NBIC. Биотехнологии. Да. Нано-био-инфо. Да, нано будет, био будет, инфо будет. И даже когнито ваше любимое будет. Да, может, не любимое. А любви не будет. Александр Горонович, не паникуйте. Не паникуйте. Никакого антропологического переворота не будет. Никакие задачи в программах 2044, а они идут по пяти, так сказать, направлениям одновременно сделать человека бессмертным, не получится. Вот. Никакие из этих методов не приведут к этому. Продолжительность жизни,
тоже сильно не увеличится. Тоже сильно, да. И таблетку бессмертия не придумает. Все будет нормально. Все будет нормально. И любовь останется. И любовь останется. Да что мы можем порекомендовать нашим замечательным женщинам в канун 2017 года? Вот тем, кто там в обретении находится, любви, чтобы, допустим, она и продолжалась, развивалась по вот этим вот вашим замечательным циклам. Ну а у тех, кого это чувство еще не наступило, может быть, мы пожелаем, чтобы оно наступило. Давайте. Пожелаем нашим женщинам. Дорогие наши женщины, в преддверии 2017 года, до которого осталась всего одна неделя, мы с Александром Гаруновичем, с ректором школы здравого смысла, это одна из самых лучших интеллектуальных площадок не только в нашем богохранимом отечестве, но и в мире. Ну, честно, об этом. Да. Мы желаем вам, чтобы вы, глядя на себя в зеркало, всегда улыбались, чтобы люди, которых вы любите, вас понимали, поддерживали во всех ваших начинаниях. И самое главное, простите себя, наконец-то, за все, что вы считали сделанного до сих пор своими ошибками. Нет у вас никаких ошибок. С наступающим Новым годом! Ура! Ура! Ну, сколько один там? Сколько мы там? Ну, сейчас долго так. Я думаю, мы в час уляжемся. Ну что, ничего?